Друзья, всем привет! Сегодня играем в обновление Грени, и сегодня с нами играет кто? Минер Макс, поприветствую всех! Hello! Обдурачил бабусяк, обдурачил! Так, что у нас тут имеется? Оба-на, я тоже нашел. Это у нас подлокей. Почему я на Изи бабку могу? Так, я смотрю, тут закрыли лифт, а лифт теперь через лифт нельзя прыгать. Я так понял. Ну, на третьем этаже. На третьем, где Слендерина. А тут так можно спрыгивать. Вот так. А, подлоки, да, у нас подлоки внизу применяются. Значит, бежим вниз. Спускаемся. И вот тут у нас... Ой, бабка, до свидания. Я от вас убегу. Бабка на меня может пукнуть. У нас еще обновилась карта дом. Так, можно будет как-нибудь бабку обойти или нет? Или она освоила уже? Прикинь, тут караулит нас стоит. Ах ты, она до сих пор там. Максим, поищи это, ключ от оружия. То я смотрю, и оттуда не вытащишь никаким образом. Ах ты, на капкан поставила. Ладно, ладно. Тогда будем действовать по-другому. Так, у нас тут вообще есть ключ от оружия или нет? По-моему, был, если не ошибаюсь. Вот она прям вот тут вот. А уже ушла? Да ну нафиг. Неужели? Так, нашли проводок. Осталось только открыть сарай. Вон сарай открыт, если не ошибаюсь. Да, сарай открыт. Ставим проводок. Можешь погромче говорить. Я где-то слышу бабку. Так, как ставить вот это вот сюда? Ну-ка, иди сюда, может, ты сможешь поставить. Значит, не ставится. Держи. Я возьму... этот ключ уже нам не нужен. Доставим. Разрезай! Спички пока бросил. А, нет. Уже спички не нужны. Ну, хорошо. Разрезай давай. Надо тратить время стоять ему. Мало ли, может, там ключ какой-нибудь будет. Разрезай. Ну, пошел. Не знаю, она только зря время тратит. Ну, трать время. Давай, разрезай. Разрезай. Что у нас там в чате? Не хочешь разрезать? Давай кому-то. Ну, давай, ты будешь разрезать или нет? Мало ли, может, там ключ от оружия будет, ему. Ладно, мы зря только тратим. Ой! Ой! Господи, видишь, что я сделал? Японский городовой, тут бабка. Она время тратила специально. Ну. Мы так никогда не пройдем. Они либо друзья, либо что. Нафиг его знает. Она кого-то. А, смотри, она даже передо мной дверь закрыла. Она как будто специально ждала. Она за бабку играет, ё-моё. Да ты ещё, ё-моё. Дала всех. Так, отлично. Там, да там... мне давай, господи. Тут ничего нету? Нет, я тут был. А под кровать есть? Нет, под кровать никогда ничего не спавнится. Картина падает. О, какие страшные звуки. Так, за всю игру мы почти ничего не нашли вообще. Вот именно. Особенно я. Так, тут вообще... Вот, тут оружие у нас есть. Я уже забыл про него. Так, у нас тут бабка лазит внизу. Сейчас проскочим быстренько. Я успел. Мне надо за тобой погналась. Не успела она за мной. Она в кустину пыталась... кого-то убить. Ну. Ты это понимаешь? Так, тут стоит капкан. Четыре зачем. О, там выход уже открыли. Выход? Да. Кайф! А
Отлично, убегаем. Может, она там уже стоит? Она там не стоит. Она офигенная, что она там не стоит. Где она? Так, сейчас выбираем карту дома, если что. Здорово, камера. А, отлично, я сбежали. Так, и кто же бабка у нас будет? Ну, я бабка. Блин, а кто я военкоматом? Я никого не трогаю, я пока буду изучать обновление. А все пускай проходят игру пока. Я хотел военкоматом быть. А, ну, ну. У меня уже костюмчик по военкомату. Так, you are a granny. You will wake up in 10. Вы проснетесь через 10, 7, о, 6, 5, 4. Вот так, 2 и 1. Отлично. Так, кстати, друзья, заметьте, вот тут вот убрали. Тут была дверь. Ворона. Значит, смотри, когда вещи падают, смотри, что бабка. Я вижу ворону. Что бабка слышит, смотри. Когда вещи падают. Это что? Такой микрофон появляется. Это, смотри, иди сюда. Я ворону вижу. Это у нас вот от этого. Вот. Я хочу посмотреть, как это будет. Вот от этой. Вот отсюда вот она у нас. Ворона, ё-моё. Смотрите, друзья, что у нас тут появилось. Вон, ворон у нас тут сидит. Так, это все, значит, да? Да. Так, что ты нашел? Playhouse Key? Я знаю, где его поменять. Такое вот интересное обновление тут у нас. На старом добром месте. Так, пойдем прогуляемся, сходим. Так, уходи, я тебя не больше не трогаю. Крю. Можешь не бояться. Разработчики молодцы, хорошо делают управление. Здрасте. До свидания. Смотри, что нашел. Что там? Че? А, корм. Ну-ка, пойдем посмотрим. Пойдемте посмотрим. Он в холодильнике лежал. Подождите а меня. Куда? Я забыл. Он, да, туда поднимайся, правильно. Сейчас, меня подождите, я подойду сейчас. Посмотрим, что и как там. А подождите, я почти пришел уже. Ты не туда идешь? А, да? Да, да. А ладно. Где... А не бойся ее. Сюда. Где у нас мясо? Вот тут у нас мясо. Мясо уже использовали. А подожди. Что делать? Нажимай вот сюда вот. Вон туда. Вон где я стою. Я уже хотел к ней подойти, вдруг да, сожрет. Вот смотрим анимацию. Ну, прикольно, прикольно. А у меня забирай, просто... забирай туда привет. Быстрее забирай туда привет. Так, что-то новое. Новый предмет какой-то у нас. Это глаз какой-то. Ну. Ну-ка, поднимаемся наверх. А что у нее там? Вот этим? Не знаю. А что за глаз? Ну-ка, поднимайся сюда, посмотрим. А что он нужен? Ну, что-то новое. Ну-ка, погнали к кукумушу, паука что-нибудь. А где паук? А, да, паук точно. На третьем этаже, где Слендерина. Может, она новые должен... звуки. Это шедевр просто. Смотрите, друзья, тут у нас появилась дверь какая-то. Очень интересно, что за ней там. Так. Двигаемся дальше. Очень приятные текстуры для глаз. О! Глаз вкатывайся, понял? Глаз пока на стол можешь положить, вон на стол у нас тут есть. Да не, он улетел уже кто-то. А вон он лежит. О! Кстати, а что за мясо? А, это мясо для паука. Фига. Вот именно. Понял. Ну-ка, наведи сюда, пробуй. Ну, вот на это наведи. А-а-а. Так, вы находили ключ от этого? От паука? Никто еще ничего не нашел? Верхние полки накрываются. Бабка все за них делает. Естественно, ты высокий. Бугаина. Так. Жрачка. Нужен. Ремоут контроль. Ничего. Так, что у нас там дальше? Как думаешь, а куда класс нужно? Не знаю, не знаю. Не, ничего нету. Пока пусто. Че, вы боитесь, убегаете меня? Я ж не чё, класс нужен? Я не понимаю. Че, а это было уже? Или не было? А, нет, не было. Не было. Нифига себе. О! Снова это появилось. Значит, нужна книга, книгу поищи. Ой, а книга вообще понятно где. Do you want to play hide and seek? Там где у нас книга там?
Сейчас посмотрим. Книга на... вроде была где-то тут. На пасхалку Анжелы. А вот только Анжела, я забыл. Анжела — это мать Грени, если не ошибаюсь. Или сестра. Нет, это сестра, по-моему, ее. Да, это сестра ее. Где же книга эта? Может, микроволновку надо глаз? Ну, вряд ли. Нет, нет, не хочет. Ладно, пока что в холодильник засуну. А ну. Пусть морозится. Так, что у нас там дальше имеется? Сейф. Ну-ка спустимся надо в подвал. Надо еще какой-то сейф. Я тебя видел, кстати. Значит, смотрите, машину убрали. Так, спустя сколько времени мы до сих пор не можем найти книгу. Так, смотрите, тут у нас люк появился. Я могу туда спуститься? Да, могу. Прикольно. Ладно, вылазим теперь отсюда. Не понял. Что там? Смотри, вот этот ключ был в подвале. Ну, а тебе что? А он появился здесь. Угу, ясно, ясно. Не кажется странным? Там, кстати, у чувака арбуз. Я видел. Мало ли, может, у него что-нибудь есть там. Вот здесь в этом он был. В этом арбузе. О, тут у нас стул появился. Господи. Так, может, на главную дверь надо будет глаз применять или что? Зачем на главной двери глаз? На что-то новое, может. Ну, сейчас посмотрим. Так, кстати, вы до сих пор сейф не открывали. А я не знаю, где ключ. Сейфки до сих пор не нашли. А у нее книга. А у нее книга. Ну-ка, погнали смотреть. Ну, сейчас по-любому сама все сделает. Не, ничего не интересно. Ну, уже открыли. А такая Анжела. Всего лишь убрала и все. Такая Анжела у нас интересная. Прикольно, прикольно. Мне всегда было интересно, а что она тут делает? Это пасхалка на нее. Сестра... Так, что у нас там дальше есть? Что-нибудь еще есть? Интересно. Какое-нибудь обновление есть или... Да, кстати, он понес ключ от паучка. Пойдемте посмотрим. Я в унитазе. Я в унитазе не смотрю, но там нету. Так, где этот человечек? Где у него ключ там был? Оба. А вот он, ключ сейфа. А, так, отлично, он пошел наверх. Фонарь наверх, посмотрим. И здесь как раз книга была. Да? Я тут как тут. Открывай. Вообще нет анимации у этого. Так, кто-то на не ходите аккуратно, а то мало ли, может, паук там. Тогда... Ничего себе, большой. Смотри, какой здоровый. Сейчас приду посмотрю. Кабанчик. Смотри, какой здоровый кабанчик. Угу. Ты его не подставляй. А то сейчас нажрет еще. А то я тут туда не могу идти. Я туда стараюсь идти, не могу идти туда. Кстати, мясо принесите ему. Где мясо? Мясо где-то лежало внизу. Так, дай пройти. Шестеренка опять. Там, где там Минер Макс? Давай, неси. Нашел? Нет. Вообще нет? Вот они код какой-то нашли. Ну, точнее, я нашел. Куда они мясо дели? Мясо, по-моему, какая-то девочка таскала, если не ошибаюсь. Так, у вас 5 минут осталось ровно. Господи. Ну, не ровно, а 5 минут 46, 45. 44. Так.
тебя вообще ни у кого мяса нету, что ли? Не знаю. Может, есть мясо? Кстати, чувак нашел под лакей. Вы можете, кстати, сейчас убежать, если хотите. Нет. О! Что? Открыто там уже. Где? Арбалет. Арбалет открыт, а зачем? Не знаю. Я же их не трогаю. Убить их хотят. Ставим. О, арканы. Девочка несется с арбалетом. Ну, придется ее устранить. А вот оно мясо. Нашли мясо. Он до сих пор жрет. Да, нифига себе. Капец, у него аппетит. Да, я сам в шоке. Так, поднимаемся к пауку, посмотрим, что там и как. Хопа, мясом. Чтоб мясо у него протухло. Ну, от капкана? Угу. Так, ждем. Самый большой паук, нифига себе. Вот это у бабки питомца, ё-моё. Так как пройти? Я боюсь. Не, он тебя не тронет. Вдруг сожрет. Нет, нет, он тебя не должен трогать. Нафига ты в меня стреляешь, скажи? О, какая-то рука. Я ж тебя не трогаю. Что там? Это нога или рука? Не знаю, уходите, мало ли, может. Сейчас поест. А смотрите, тут даже анимация есть, как он ест. Вообще тема. А куда ногу надо? Круто, круто, какую ногу? Ой, это рука, нифига себе. Это рука? Какая-то рука. Сердце. Очень странно, то что за обновление. Глаз, сердце, рука. Может, надо человека собирать какого-то? Не знаю. Или какой-нибудь сатанинский ритуал делать, интересно. Так, пойдемте спустимся. Очень подозрительно. Посмотрим, что там и как. Скажи, это очень подозрительно. Ну, за все время, то есть я даже не нашел, где там что надо делать. А может, реально сатанинский ритуал? Значит, может, вот эту дверь надо и открывать, там, и там можно, надо делать сатанинский ритуал. Ну-ка, найдите подлокей. Мало ли, может, там что-то открывать. Где тут этот скелет? А то, смотри, рука похожа на скелет-то. Как у скелета. Ну, возьмите этот, скажу. Нет, у дробовика нету. Но там надо будет стрелять. В это, там, вот там был скелет. Где Фризия капкан, там и был скелет. Вот у нее арбалет, кстати, она таскает. Не видно. Я забыл, куда идти. Куда? Я постоянно забыл. Где мясо? Где мясо? Ну, как ты в подвал спускаешься, короче, там мясо. Как к Мишке, вот я иду сейчас к Мишке, и там и есть мясо. А, сюда? Да. Мишка, ты иди, ё-моё. Тут-то? Да. И тут. И в самом низу спускайся. А то откуда девочка вышла? Вот сюда вот спускайся. Ё, он до сих пор живет. Все, ну нифига себе. Вот тут, вот там есть скелет. Погодите. Да, на нас стреляет. Так, что у нас там имеется? Не успеем. Ну хотя, да, минута осталась. Ну, конечно, не успеете. Что это у нее? Что это у нее? Что у меня там? А, кот какой-то. Кот красный. А, дай. Так, Максим сюда вымогает что-то там. Сейчас накинет. Я стырю. Очень интересно. Кот. А кот у нас, откуда у нас кот? Сворвал. Убегаю. Так. Чисто своровал. Ага. По крысиному. Точно не здесь, да? А, ну да. А где ее применять? Где кот? Кот, он даже не знает, откуда. Ну, раньше кот применялся, если не ошибаюсь, на главной двери. Ну тут я смотрю, некуда применять вообще. Я не видел такого. Я смотрю, туда же не перекусили и не открыли под лакеем. За все 10 или там сколько, 15 минут. Что это? Кстати, чувак понес туда арбалет. Погнали посмотрим. Может, он откроет сейчас скелета? Хотя очень мало времени остается. 15 секунд. Где кот применять? Вообще не пойму. Не знаю.
А потом все, надо будет разобраться. 4, 3, 2, 1. Ладно, друзья, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, поддержите канал подпиской, комментарием. Всем удачи и всем пока!